В Актобе водитель мопеда впал в кому после ДТП. Ночью в городе произошли сразу две аварии с участием двухколесного транспорта. В итоге одного из мопедистов в тяжелом состоянии госпитализировали, молодому человеку 21 год. Обе аварии случились на центральном проспекте города на глазах десятков очевидцев. Здесь круглые сутки не останавливается движение, поэтому было много свидетелей. По данным полиции, в одном случае ДТП спровоцировал сам водитель мопеда. Во втором предварительно виноват автомобилист. Все подробности выясняются. Полиция после ночного ЧП решила взяться за мопедистов, которые все чаще стали фигурировать в их сводках. С начала года в области уже более 300 водителей этого двухколесного транспорта привлечены к административной ответственности, а 25 мопедов водворены на штрафстоянку. Недавно один из них и вовсе столкнулся с патрульной машиной. Из-за того, что этот транспорт не подлежит регистрации, точное его количество в области неизвестно. Наши водители еще не привыкли к движению, и они тоже не полностью соблюдают все требования, начиная от светоотражающего жилета, шлема и так далее. Поэтому мы вот хотим с завтрашнего дня, где-то 10-дневный срок, провести оперативно-профилактические мероприятия именно касательно мототранспорта.